Приветики спросим на картах Таро на общем раскладе, какая ты в его глазах, кому интересно узнать мнение по картам Таро, конечно же, мнение вашего мужчину, которого вы загадаете сейчас, и мы посмотрим, что он думает о вас, какая вы женщина в его глазах, девочки, кто бы он ни был, мужчина на расстоянии, друг по переписке, муж, бывший муж. Давайте посмотрим, девочки, какая ты в его глазах. Не забывайте, что расклад общий, проиграется не у всех. Погнали, давайте посмотрим, что за мужчина, что за женщина и какая вы в его глазах, девочки. И здесь идет ностальгия у вашего бывшего. Здесь явно проскальзывает ситуация пары, которая была в прошлом, о которой вы, возможно, сожалеете, вы скучаете, и ваш партнер действительно, девочки, по вам скучает. Вы для него достаточно значимая персона была на момент ваших отношений. Желание общаться и быть с вами в отношениях у вашего бывшего до сих пор осталось, девочки. Вот так вот. В двойственности и в разбитом сердце вы вышли из отношений. Осталось, возможно, какое-то общение, какая-то переписка, но это некие качели, которые для вас сейчас на данный период времени вот с этим разбитым сердцем, да, показались. Действительно, отношения, которые разбили вам сердце, и для вашего партнера, здесь проигрывается бывший партнер, вы такая сердцеедка, девушка, которая разбила, девочки, ему сердце. Давайте еще посмотрим, какая вы в его глазах, хоть и здесь вырисовалась ситуация именно бывшего. Сейчас, возможно, вы не хотите общаться с вашим бывшим партнером по причине расставания, по причине любовного треугольника, как карты здесь подчеркивают. И на данный период времени ограничили общение со своим воздушным мужчиной. Воздушного знака зодиака мужчина здесь идет. Девочки, какая вы в его глазах? Вы настоящая верховная жрица, женщина-загадка, женщина, покрытая мраком, непонятная. Все ее желания остались под грифом «совершенно секретно». По карте Луны действительно его тайна тянет к вам, девочки. Вот таким вот образом. Кто-то мог быть даже в официальном браке, девочки. И действительно, вы не вместе по аркану башни с водным королем. Здесь выходит мечевая королева и водный король. Мужчина любвеобильный, мужчина, конечно же, ревнивый. И мужчина сам по себе страстный. Очень, девочки, страстный по аркану дьявола. У вас были такие зависимые, сильные отношения. Но на данный период времени вы не вместе. Конечно же, вас тянет к нему и его тянет к вам. Вполне возможно, девочки, бывший скоро у вас появится снова на горизонте и попросит еще один шанс. Вы в его глазах достаточно значимая женщина, от которой, конечно же, он ушел на данный период времени. Да, девочки, он действительно спустя какое-то время опять проявится, и карты говорят о том, что попросит еще один шанс на отношения.